13 января в стране отмечается День российской печати. Праздник учрежден в 1991 году. День выбран неспроста. Именно 13 января 1703 года вышла первая российская печатная газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Издание было создано по указу Петра I. Сегодня День российской печати объединяет всех представителей средств массовой информации, как печатных, так и работников радио, телевидения и интернет-изданий. В понедельник с профессиональным праздником представители СМИ поздравили в законодательном собрании города. За плодотворное сотрудничество с городским парламентом, профессионализм, высокое журналистское мастерство и объективность в освещении всех сфер жизни города. Благодарственные письма получили и редакторы независимого телевидения Севастополя Елена Анисимова и Михаил Журавский. В законодательном собрании отметили ежедневную и порой круглосуточную работу журналистов для того, чтобы жители региона были в курсе всех новостей вовремя. Благодаря вам, журналистам, не только высвечиваются проблемные вопросы в жизни Севастополя, но вы неоднократно помогали людям в сложных жизненных ситуациях, организовывали благотворительные акции, благотворительные марафоны. Ну а вообще на влияние слова и информации на нашу жизнь очень велико, мы с вами это видим. Информация может созидать, может разрушать, может менять общественное мнение.